напоили, накормили лошадей к сегодняшней тренировке. А за день до тренировки, точнее вечером до тренировки, завязываем их, чтобы они уже паслись. Чтобы на следующий день, на утро или поймать, заседлать их, чтобы не гнать их со степи, не ловить заранее, пока не в леваде. Так вот, с утра накормили, и в обед тренировка. Шлем застегни. Шлем застегни, говорю. Прикладку делай. Мингиян Манджиев. Почти. Есть! Жди, жди! Почти! Долго, долго! Ага, не отработано. Почти! Давай, давай, быстрее, быстрее! Есть, есть, успеваешь! Поздно! О, пойдет, пойдет. Вот такой закат был у нас. Сразу стало прохладно. Футболки уже реально так, не холодно, но прохладно. Резко причем так стало. Я сейчас только заметил. Надя готовится на исходную, заряжается. Темно, темно уже, в принципе. Сегодня, как всегда, время, мало не хватает времени. Ну, в принципе, возможности тоже. Побольше потренироваться. Давай. Есть. Быстрее, 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 быстрее. Вот. Есть. Вот, успеваешь. А, есть. Криво зарядила, но пойдет. Надо как-нибудь перенести косилку и скосить там за пастухом, чтобы быстрее его можно было собирать. Но сейчас уже трава идет. Ну, в принципе, если жара будет, то он сейчас быстро пожелтеет, уже полегче. Сейчас крайняя заездка, проездка, и пойдем собирать стрелы, потому что уже темно, пока не стемнело полностью. Потому что там, получается, за пастухом пасутся кони, лошади, и они вот одну стрелу уже сломали, получается. Как-то так. Пойдет, давай. Жди. Ух, рядом. Давай, не назад стреляй, пойдет.